Всем доброе утро! С вами вновь телестудия ОКО и мы ее ведущие Милена Воробьева и Михаил Реутов. Мы с Мишей приветствуем вас с праздничной линейки для 11-классников, посвященной 1 сентября. Миш, представляешь, это наша последняя 1-сентябрьская линейка. Даже как-то грустно. Да ладно, Милена, это же все-таки праздник. Хотя соглашусь, с маленькой долей грустинки. Нам-то еще повезло, а в прошлом году из-за коронавируса вообще линейки не было. Как, впрочем, и в этом году для остальных гимназистов с 3 по 10 класс. Давай им расскажем о нашем празднике знаний 2021 года. Так непривычно. На линейке среди учащихся только мы, 4 11 класса. И все. Мы – это те, кому остается сделать один шаг до финальной черты учебы в гимназии. Поэтому у меня смешанные чувства. Удовлетворение и грусти. Некое ощущение неопределенности. Кажется, что все будет как раньше, как каждый год. Но, увы, все когда-то заканчивается. А пока мы ощущаем себя героями дня. Молодые, активные, красивые, современные. Все взоры обращены только на нас. И слова, адресованные нам, греют душу. Открывает очередной учебный год директор Елена Ивановна Дьячкова. Она с гордостью говорит о гимназии, о результатах сдачи ЕГЭ и удачном поступлении выпускников, планах на будущее. Сегодня у нас радостный день. Мы в очередной раз начинаем 29-й учебный год в политехнической гимназии. Несмотря на сложные обстоятельства прошлый учебный год, ребята завершили очень хорошо. Мы вернулись к результатам доковидным. У нас в этом году 7 медалистов, 5 стобальных результатов. Практически 80% ребят поступили на бюджетные места в лучшие вузы России. Из-за того, что у большинства педагогов в это время идут первые уроки, с нами рядом лишь классные руководители и свободные на данный момент учителя. Педагоги гимназии – наша поддержка и опора в этом непростом учебном году. Впереди нас ждет тяжелый путь, который они помогут нам пройти. Их труд очень важен и хорошо, если вовремя оценивается. Так, например, учителю английского языка Марии Владимировне Афанасьевой, главный специалист управления образованием Нижнего Тагила Ирина Александровна Семина вручает благодарственное письмо главы города за высокие результаты работы. По сложившейся традиции, в этот день вручается Кубок Славы гимназии лучшей 11-класснице нашей параллели. Его получает активистка, умница, красавица, учащаяся 11 В-класса Юлия Усова. А в конце хочется сказать, что мы, нынешние 11-классники, мечтаем оставить свой след в жизни гимназии и никогда не забывать все эти чудесные 11 лет. Будем надеяться, что все так и будет. А пока для нас звучит первый в этом учебном году звонок. А сейчас пришло время еще для одних виновников торжества, для наших первоклассников. И для них была организована первая в их жизни праздничная линейка. Смотрю на этих малышей и вспоминаю себя с таким огромным белым бантом и большим букетом цветов. И я помню, как устал держать свой букет и мечтал побыстрее подарить его своей учительнице. Но как без цветов в этот день? Это ведь праздник. Рядом стоят новые друзья, такие же ребята, только что после детского сада. Все нарядные и красивые. Для многих из них 1 сентября – это не просто дата в календаре, а необычный долгожданный день. Он отмечен особой радостью и счастьем. Ведь именно сегодня для малышей распахнулись двери в бескрайнюю и удивительную страну знаний. Здесь их встречает дружный педагогический коллектив, который поможет детям добиться поставленных целей в обучении. Но это будет непросто и не скоро. На праздничной линейке, посвященной Дню знаний, первоклассников и их родителей поздравили почетные гости и директор гимназии Елена Ивановна Дьячкова. Каждый пожелал ребятам что-то хорошее и доброе. Хотя в этом году линейку и сократили по времени, были соблюдены все лучшие традиции политехнической гимназии. Это и выход знаменной группы, и вручение классных летописей, и сладких призов. Что ждет наших первоклассников? С какими испытаниями они столкнутся за эти 11 лет? Это выяснится потом, уже на их выпускном празднике. Ну а пока
Для ребят прозвенел их первый звонок на урок, право дать который предоставили гимназисту 11 В-класса Сергею Кочергину и первокласснице Милане Хабаровой. А третья праздничная линейка состоялась для гимназистов 2-х классов. Эти ребята в прошлом году были лишены столь важного для них события, поэтому и приняли решение торжественно поздравить их в этом году. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. А второклассники, соскучившись друг по другу и любимым учителям, рады встрече. Каждый пытался показать, как он вырос и повзрослел за первые летние каникулы. На душе было радостно и тепло. И даже погода, как бы жалившись над малышами, решила обогреть их теплыми лучами солнца. Ребята прошли уже свой первый безотметочный этап. Сейчас их ждет новая учебная жизнь, ведь со 2-го класса им начнут выставлять оценки. И очень хочется верить, что в их дневниках всегда будут записи «хорошо» и «отлично». Добрый путь, ребята! Вот нравится мне Милена телевидение. Можно посмотреть, что идет сейчас, а можно увидеть, что было снято на пленку 3 месяца назад. Это ты о чем сейчас, Миш? О наших выпускниках. Каждый сентябрь мы обязательно рассказываем о последнем звонке для 11-классников и подводим итоги их поступления в вузы. Сегодня нам это помогут сделать наши новые корреспонденты Алина Кузьмина и Ульяна Вершинина. Им слово. 21 мая для учащихся 11 классов политехнической гимназии прозвенел последний звонок. Они, крепко взявшись за руки, шли под бурные аплодисменты гимназистов за своими классными руководителями, как когда-то в 1-м классе, только теперь с красными лентами с надписью «Выпускник». Праздник последнего звонка был открыт торжественным парадом выпускников, где ведущая Ольга Петровна Бородина представила каждый 11-й класс, охарактеризовав их только с лучшей стороны, рассказав про все достоинства и достижения. Последний звонок – это незабываемое событие для учащихся. Много звонков услышали ребята за 11 лет обучения в гимназии, но последний навсегда останется в их памяти. С этого момента начнется новая страница их жизни, будут открыты множество дорог, но каждый – выберет свою. Немало добрых слов услышали в свой адрес виновники торжества в этот день. Сам мэр города Владислав Юрьевич Пинаев поздравил и пожелал 11-классникам: не забывайте той школьной дружбы, не забывайте родную школу и, конечно, не забывайте город Нижний Тагил. Удачи вам во всем, что всегда вас хранил Господь на вашем жизненном пути и все у вас в жизни получилось. С праздником вас! А с каким умилением смотрели выпускники на первоклассников, которые тоже пришли поддержать своих старших товарищей. И теперь уже они аплодировали после каждого выступления малышей. Пятачки на память, как талисман удачи при сдаче экзаменов, игрушки от младших братьев и сестер, поздравления коллективов и педагогов Центра дополнительного образования «Кристалл», флешмоб от родителей и все им, дорогим старшеклассникам. А потом сразу 4 колокольчика выдали свои прощальные трели. Право подать последний звонок было предоставлено Степану Кизилову, Даниилу Пьянкову, Анастасии Смирновой, Валерии Золотаревой. В добрый путь, ребята! Хороший получился праздник. Да, очень трогательный. А ведь помогли пятачки поступить нашим выпускникам туда, куда они желали. Минувший год был для выпускников порогом ответственности, через который они успешно перешагнули. Гордо неся звание гимназистов, ребята выбрали каждый свой путь и шагнули на новую ступень, поступив в различные вузы страны. По статистике можно сделать вывод, что нынешние выпускники значительно расширили географию городов, в которых будут учиться. Это Дубна, Калининград, Новосибирск, Тюмень, Оренбург, Самара и, конечно, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москва. Примечательно то, что ребята выбирали направления в своих образовательных учреждениях, исходя из составляющих предметов профильных классов гимназии. Так, 2-й год подряд медицинская подгруппа технологического класса полностью поступила на медицинские профессии в Оренбургский государственный институт, военно-медицинскую академию имени Кирова и другие вузы. А как вам такие названия? Кораблестроение, спутникостроение.
Выбор гимназистов изумляет, как и то, что большинство из них заняли бюджетные места. Ребята умело воспользовались возможностями, которых сейчас в изобилии. Причем они учли и актуальность специальностей. Например, в наше время все популярнее становятся профессии, связанные с IT-технологиями, для которых нужно уже с начальных классов понимать и хорошо знать математику. На данный момент они стоят в одном ряду с самыми высокооплачиваемыми профессиями. Конечно, нам хочется пожелать ребятам успешно окончить все вузы, в которые они сумели поступить. Просто здорово, что первая неделя учебного года оказалась короткой. Тяжело втягиваться в учебный процесс после длительных летних каникул. Да, и хорошо еще, что в первую сентябрьскую субботу занятия проходили в форме экскурсионно-образовательных и спортивно-оздоровительных маршрутов. Например, 6 класс посетил этнопарк Ермакова-Городище. Впечатлениями поделится Дарина Худякова. Этнопарк Ермакова-Городище расположен на левом берегу реки Тагил, напротив Медведь-Камня. Сюда и организовали поездку на День здоровья родители 6 В класса в первую субботу сентября. В парке очень много интересного. Можно покачаться на обычных качелях или на больших качелях-лодках. А еще попробовать старинную русскую забаву – гигантские шаги, которые позволяют крутиться вокруг столба. Мы с ребятами активно исследовали обширную территорию парка, лазили на горки и сторожевые башни, звонили в колокола и стреляли из лука. Побывали и на берегу реки Тагил, за которой возвышается знаменитый Медведь-Камень. Даже начинавшийся временами дождь не портил никому настроение, разве что заставлял ненадолго спрятаться в домике или под навесами. Взрослые же, не боясь дождя, жарили вкусные шашлыки, которыми затем до отвала нас накормили. Но когда мы стали есть арбуз, и вовсе выглянуло солнце. Но все хорошее когда-нибудь кончается. Вот и отведенные нам на Ермаковом городище 3 часа пролетели быстро. В общем, день, проведенный в этнопарке, нам запомнится надолго. И мы, конечно, сюда еще вернемся. И даже, наверное, не однажды. А теперь внимание! Центр дополнительного образования «Кристалл» в этом году расширяет количество программ дополнительного образования. Кружкам и секциям, которые гимназисты активно посещали ранее, добавляется много новых. Например, открыт набор в волейбольную секцию, которую будет вести учитель физкультуры Виктор Петрович Еремкин. Внимание у подростков, которые любят технику. Два новых направления – радиоуправляемые авиамодели и 3D-моделирование. Их будет вести мастер спорта по авиамоделизму Дмитрий Александрович Воров. У ребят, неравнодушных к миру живой природы, появилась возможность освоить программы «Биокласс» и основы исследовательской деятельности в биологии под руководством кандидата биологических наук Эльвиры Рашидовны Зинатовой. А в объединении «Образовательная робототехника» для старшеклассников открыт модуль «Микроконтроллеры», дающий базовые представления о работе микропроцессорной техники, способах и принципах написания программ для микроконтроллеров. А еще Лилия Ильшатовна Гуляева познакомит с принципами взаимодействия различных модулей на программе «Модульная радиотехника». Гимназисты получат навыки создания собственных схем, а также написания программ, позволяющих объединять работу нескольких датчиков для решения прикладных задач. Программу черчения и моделирования на компьютере в Compass 3D LT будет вести Елена Анатольевна Суздальцева. Использование данной среды дает возможность при демонстрации проекта показывать процесс проектирования самых сложных трехмерных геометрических объектов, а также провести моделирование и математические расчеты этих объектов при использовании различных материалов – металла, дерева и других. Все, кто хочет записаться в новые кружки, обращайтесь в 75-й кабинет к Светлане Юрьевне Погорелой. А сейчас предлагаем вашему вниманию первый в этом учебном году опрос. Он адресован старшеклассникам. Некоторые из них уже решили не брать у родителей карманные деньги, а попробовать их заработать в летние каникулы. Итак, кто работал летом и был ли доволен результатом? В этом году я попал в отряд мэра, где заработал 9000 плюс-минус, 3 из которых были социальной поддержкой тем, кто обучается. И я понял, что зарабатывать деньги – это не так уж и просто. Я работал там
мы облагораживали территорию сотой школы, то есть садили цветы, поливали клумбы, работали дворниками возле сотой школы. И в будущем, чтобы не попасть на такую профессию, я хочу поступить на бюджет в Екатеринбург на профессию, связанную с инженерией, чтобы в будущем зарабатывать чуть побольше. Ну, не чуть, но побольше. Летом и на данный момент я работаю таргетологом, то есть занимаюсь таргетированной рекламой. Я продвигаю разные сферы деятельности в интернете, то есть онлайн. Летом я продвигала аккаунт в социальных сетях, где человек занимался продажами. За неделю я получила около 8 тысяч. Для меня это не очень большие деньги, так как я уже долго этим занимаюсь. Вот я считаю, что сейчас очень актуальны профессии, которые уходят в онлайн. На летних каникулах, вместо того, чтобы сидеть весь день у компьютера, я решил заработать денег честным своим трудом. Я устроился в отряд мэра. Эта работа идеально подходит для подростка. Небольшая нагрузка, но единственное, нужно рано вставать. Заработная плата меня не очень устроила, но я инвестировал их в свое светлое будущее. Этим летом я работал в детском лагере дневного пребывания при атмосфере младшим вожатым. Ну, работа была достаточно трудна в моральном плане, ну и физически тоже было не очень просто. В целом я остался доволен результатом моей работы. Я научился контактировать с конфликтными людьми, выходить из различных трудных ситуаций, таких необычных. Ну и в целом получил много опыта, научился работать с детьми и получил много разных знакомств. В целом я остался доволен и зарплатой, и опытом. Этим летом я работала в ресторане своей компании, сначала на должности помощника официанта, а затем на должности хостеса. Результатом я осталась довольна, потому что я смогла выйти из зоны собственного комфорта. Помимо, безусловно, важного жизненного опыта и зарплаты, я познакомилась с многими новыми людьми и даже успела поучаствовать во внутриколлективных мероприятиях и тренингах. Оказалось, что зарабатывать это не так просто, но я считаю, что за то время, которое я проработала, я получила достойную плату. А я на этих каникулах решил пробовать себя в работе отряда мэра. Вначале это было достаточно легко, мы занимались чем-то простым, но с моим режимом мне было трудно просыпаться каждый день рано, и один раз я опоздал. Не хочу вдаваться в подробности тем, чем мы занимались там, но зарплата была достойная. И, в принципе, мне понравилось работать в отряде мэра. И следующим летом я бы был рад еще раз туда попасть. После первого дня, проведенного в самом отряде мэра, я понял, что зарабатывать деньги – это непросто. Что труд соразмерим оплачиваем. То есть, сколько ты потрудился, столько ты и заработаешь. Не пришел на работу, не получил за этот день зарплату. Я решил, что свои накопленные деньги я вложу в свои увлечения и в спорт. На этом сегодняшний телерожок подошел к концу. Желаем всем активной рабочей недели. Ну а пока! Пока!